Сегодня в студии Юлия Конькова. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Дыма больше, чем огня. В вагоне поезда вспыхнул пожар, который увидели жители за несколько километров. Идеальный студенческий туризм. Эксперты из Москвы приехали в регион на Всероссийский форум, чтобы решить проблему национального молодежного отдыха. Классическая музыка. Настрой площадки. Государственная дума единогласно проголосовала за спасение Саратовской консерватории. Огонь на рельсах в Саратове сегодня. Испуганные саратовцы начали делиться фотографиями с поднимающимися клубами дыма в социальных сетях. Однако само возгорание удалось довольно быстро ликвидировать, буквально за полчаса. По предварительной версии, огонь вспыхнул во время проведения сварочных работ в результате пожара. Еще об одном крупном пожаре, который произошел в ночью на выходные в центре Саратова. 12 декабря на пункте родительства был сигнал о возгорании здания на территории обойной фабрики. Помещение использовался в центре производственных предприятий. Огонь охватил два этажа постройки на месте происшествия в театре. Один из специальных специализированных сил, 40 человек в силу состава. Кроме сотрудников предприятий, спасения, пожара, 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 сейчас на связь выходит наш корреспондент Денис Титаренко. Он расскажет о других происшествиях, случившихся на территории Саратовской области за минувшие выходные. Денис, здравствуйте, вам слово. Добрый вечер, Юлия. За минувшие выходные в регионе произошло сразу несколько крупных пожаров и ДТП. Подробнее о них расскажем прямо сейчас. И начнем с аварии в Хвалынском районе. Там на трассе автовоз протаранил фуру. 47-летнего водителя большегруза насмерть придавило в кабине авто. Травмы получил также один из сотрудников ДПС, который находился в момент ЧП на месте трагедии. Он был госпитализирован в районную больницу. Участники аварии просят откликнуться всех, кто мог стать свидетелем ДТП, особенно водителей, у которых установлен в салоне видеорегистратор. Слетел с дороги. Следующее крупное ДТП произошло в Новоузенском районе. Там водитель 12-й не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. В момент аварии в салоне находилось 4 человека. Водители, двое пассажиров были госпитализированы. 16-летней девушке помощь оказали на месте. Как стало известно позже, водитель авто от полученных травм скончался в больнице. Не смог затормозить. Следующая авария произошла уже в заводском районе Саратова. Там десятка на большой скорости влетела в столб, затем задела припаркованную «Ладу Гранта». По словам очевидцев, в десятке в момент ДТП находилось 3 человека. Водитель был госпитализирован. Огонь унес жизни 3 человек в Вершовском районе. В минувшие выходные сгорел частный дом. После тушения пожарные обнаружили тела хозяина, его дочери и их общей знакомой. Предварительно пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем либо курения одного из погибших. Всего за прошедшие выходные в Саратовской области пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано 22 возгорания, из них 7 в областном центре. На данный момент это все. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Юля, вам слово. Спасибо, Денис. Я напомню, наша съемочная группа находится в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. Это было обзор происшествий, которые случились на территории региона за прошедшие выходные. Вспышка АЧС на территории Аткарского района. Зарегистрирован очаг африканской чумы свиней среди диких кабанов. На территории местного лесничества были обнаружены трупы животных. Специалисты Межобластной ветеринарной лаборатории провели исследование и выявили в пробах геном и антиген опасного заболевания. Как отмечают ветеринары, трупы кабанов были сожжены, а территория полностью продезинфицирована. Также эксперты отметили, что в радиусе 5 километров от очага АЧС отсутствует животноводческие хозяйства, в которых содержится свинопоголовье. Этот факт позволяет надеяться, что вирус не попадет в населенные пункты.
Студентам Саратовской консерватории будет где жить. Из федерального центра переведут крупную сумму денег на ремонт общежития. Напомню, за помощью руководство вуза обратилось к нашему земляку Вячеславу Володину. Проблема в том, что одно из лучших учебных музыкальных заведений России просто не может разместить всех желающих получить высшее образование в Саратове. Теперь в будущем студентам помимо квадратных метров предложат и простор для творческого развития. Три студентки, виолончель, ноты и музыка. Наталья Карелина вместе с соседками по комнате готовится к предстоящей сессии. Однако даже этих нескольких квадратных метров девушка может лишиться после того, как получит диплом. Причина тому – нехватка мест в студенческом общежитии. В этом году я заканчиваю магистратуру, и, конечно, известие о том, что у нас строится дополнительное общежитие, меня очень обрадовало, поскольку общежитие у нас очень хорошее само по себе, но места, к сожалению, хватает не всем. И в этом общежитии должны, как нам сказали, размещать семейные пары, должны размещать аспирантов, магистрантов, гостей, которые приезжают, которым тоже, к сожалению, не хватает места. Саратовская консерватория – одно из самых востребованных высших учебных заведений в Поволжье. Однако с каждым годом руководству вуза становилось все сложнее размещать большое количество иногородних студентов. Много студентов приезжает поступать и из других городов, и из других даже стран. И места в первом-втором общежитии не хватает для всех желающих. Нам приходится кому-то отказывать. Кто-то снимает квартиру, что, естественно, тоже плохо для бюджета. Третье общежитие нас просто спасает. Вот он, третий корпус студенческого общежития, который Саратовская консерватория получила еще в прошлом году. Однако помещения нуждались в капитальном ремонте. Чтобы привести в порядок здание, требовалось порядка 70 миллионов рублей. У учебного заведения денег таких не было. Решение проблемы удалось найти оперативно. Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» вышли с инициативой выделить из федерального бюджета необходимую сумму на ремонт студенческого общежития. И сегодня депутаты во втором чтении проголосовали за эту поправку. Замечу, это голоса фракции «Единая Россия», потому что именно они принимали и голосовали бюджеты в первом и во втором чтении. Таким образом, 70 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета на реконструкцию общежития для консерватории. Немного фантазии и творческое мышление студентов рисует пока еще на стройплощадке просторные репетиционные залы и музыкальные классы. Но совсем скоро все это акустическое пространство заполнит звуки классических произведений. Денис Титаренко, Сергей Перевозников, Саратов 24. В администрации Саратова продолжаются кадровые перестановки. Сегодня стало известно о назначении на пост главы Ленинского района Валерия Васильева. В настоящее время данная компания лицензию имеет. А вот я уверен, еще раз говорю, что неделю дома между... Послушайте. Да будет у вас тепло, конечно. В 255-м федеральным законом внесено в жилище... для саратовских студентов. В СГУ прошло крупнейшее мероприятие всероссийского масштаба, на котором решали, как на профессиональном уровне организовать в стране разные формы отдыха именно для молодежи. На форум приехали даже эксперты из Москвы в области маркетинга и образования. Почему они предлагают вернуться в туристическое прошлое, выяснила Мария Смирнова. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Красавица, комсомолка, спортсменка, но главная студентка педагогического института Нина по сюжету Леонида Гайдая отправляется в туристический поход. На киноленте традиции советского молодежного туризма ушли в прошлое вместе с титрами прославленного фильма и распадом СССР. Сегодня для нас эта тема является очень закрытой, потому что она практически со времен Советского Союза не развивалась. И если мы сегодня детско-юношеский туризм имеем, его развитие имеем в детских спортивных школах, в домах творчества, в организациях дополнительного образования детей, то так называемый студенческий туризм у нас просто на
просто-напросто находится в состоянии либо забвения, либо в зачаточном состоянии. Вывести из полусонного состояния такую категорию, как студенческий туризм, впервые пытаются на Всероссийском форуме «Глобальные силы». Три дня эксперты из Москвы, преподаватели из разных вузов страны и студенты на площадке СГУ изучают антропологию молодежного туризма. Отчего в советские годы он был массовым? Для этого созданы какие-то условия государства идеологические, да? Для этого созданы комфортные условия именно для студентов, для их путешествий, возможно, какие-то скидки, еще что-то. Да? То есть, когда студент понимает, что это вполне нормально, что все так делают, то есть тогда и получается вот эта массовость. И пока на одной площадке решают задачу на количество, в другой аудитории пытаются вывести формулу качества туризма. И вновь с отсылом в прошлое. Раньше зачастую нужно было просто представить, важно было что, а теперь важно, как это что упаковано, потому что студент с точки зрения специфики поколения не полетит туда, что ему кажется не трендовым, не модным. Если раньше студенческий туризм двигала пропаганда, сейчас его, как какую-либо торговую марку, предлагают раскрутить до уровня бренда. Если я, например, только на пятом курсе случайно где-то в группе ВКонтакте увидел приглашение на собрание туристов по поводу организации похода на утес Степана Разина, вот, то это не совсем хорошо, как если бы, грубо говоря, на нашем факультете все время кто-то приходил бы, что-то оповещал, кто услышал, заинтересовался, сходил в поход. Алексей Чумаченко, ректор СГУ по специальности географ, не раз в студенчестве занимался горным туризмом. Говорит, во всех вузах раньше были туристические отряды, сейчас уже нет. Только единицы вузов могли это поддерживать. И, понимаете, одно дело поддерживать морально, а вот ребята выступали без материально-технической базы, без финансовой поддержки, все равно ничего не пойдет. Но можно собрать группу заинтересованных ребят, как говорится, купить палатки за свои деньги и выйти куда-нибудь, там, пятидневный небольшой поход. А серьезно организовать эту работу нужно решить самые разные вопросы. Пример туристической вылазки своим иногородним коллегам показывают студенты СГУ. На Кумысной поляне развернули веревочный лагерь и устроили игру «Лазертаг». И хотя каждый из них в турпоходы выбирается по 6 раз в год, такая форма активного отдыха участникам форума пришлась по вкусу. Я поначалу боялась, потому что тут скользко, девочка, как бы тут против мальчиков играть, но это настолько захватывает. Командообразование такое на самом деле происходит, позволяет познакомиться с ребятами, то есть наладить какие-то связи, да, и между вузами, между субъектами. Скооперироваться было несложно. Мы познакомились еще на спид-дейтинге, и мы буквально сдружились с петербургскими ребятами. И буквально вот сейчас уже весь вечер мы с ними только проводим, общаемся очень много. Вне стен вуза установили неформальный контакт, чтобы ускорить мыслительный метаболизм на междугороднем уровне. Через год в СГУ собираются встретиться вновь. К этому времени классический университет должен совершить свое собственное путешествие по разным практикам молодежного отдыха из разных точек страны, чтобы в 2016-м по теме развития студенческого туризма уже был составлен конкретный маршрут. Мария Смирнова, Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24. Не смог противостоять напор. Саратовский «Кристалл» на своей площадке принимал воронежский «Буран». Счет открыли гости. Останется без открытки. Социальная акция под таким названием стартовала в культурно-выставочном центре «Радуга». Несколько дней живет в какой-то своей радуге. Когда затеялся этот конкурс, мы даже в конверты и рассылались по нашей большой системе вот таким детским видом праздника. И столько семей будут радоваться такому событию. Хотелось бы, конечно, в
всех жителей города и гостей пригласить принять участие в социальной акции, потому что их участие важно, ведь они делают детей победителями. Забирая открытку, ты получаешь не только хорошее настроение и удивление, радость, но еще даешь шанс ребенку быть победителем, быть успешным. Надо сказать, что даже такие уникальные, самодельные, замечательные открытки также можно отправить и по Почте России. Для этого нужно только приобрести марку, поставить календарный штемпель, и она отправится в свое путешествие. Сильный снегопад и мороз. Все новости к этому часу. До встречи.